Как же приятно продлить себе летнее настроение хотя бы лучами теплого солнца. Теплая погода, установившаяся на территории Татарстана, продлится как минимум до следующего вторника. Однако ее нельзя считать бабьим летом в традиционном понимании. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Классическое бабье лето – это когда высокие температуры, сухая погода, и все это определяется антициклоном. Мы его называем блокирующий антициклон. А вот современное бабье лето, можно об этом говорить с какой-то натяжкой. Почему? Потому что у нас теплая волна воздуха. Это нынешнее так называемое бабье лето, оно сопровождается осадками. А оно должно быть сухим. Поэтому мы его называем, пожалуй, теплой волной, которая вот нас, тем не менее, порадует в течение недели. Температуры достаточно такие комфортные, высокие. Если по климатической норме среднесуточные температуры сентября составляют 11,5 градуса выше нуля, то сейчас они превышают норму на 4-5 градусов. Таким образом, установившиеся среднесуточные температуры выше 15 градусов можно считать летними. Ну, классического, по определению, бабьего лета нет еще. Будем ждать во второй половине сентября, но, может быть, это может случиться в третьей декаде. Следующая волна потепления, когда придет, она, возможно, будет определяться только антициклоном. Сентябрь по температурным характеристикам выше нормы, то есть сентябрь обещает быть теплым. Но не стоит сильно оголять свои колени и плечи, ведь иногда стоит все-таки ожидать дожди. Веста Земскова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.